Всем доброго времени суток, уважаемые подписчики моего канала. Сегодня речь пойдет о посадке замоченных семян баклажан. Также я коснусь сроков посадки для Сибири и расскажу о разнице между посадкой с замоченными семенами без обработки в диске плюс семена, которые были посажены в горшки в кашпо на рассады там баклажан по сухому. Вы выберете предпочтительный для себя способ посадки. А я сравню. Приятного просмотра. Перед вами два сорта баклажан. Снежный. Вот этот вот я замачивала. И также черный красавец. Сейчас подробнее поговорим о черном красавце. Замачивала я данные семена 9 февраля. С 12 по 13 число многие семена проклюнулись. На 16 февраля вот так выглядят уже хорошо пророщенные семена. Видите, да, многие из них уже длинные довольно-таки, что не есть хорошо. Вот здесь мы видим плюс замачивания. Те семена, которые никогда не взойдут, то есть они не проклюнулись. И очень хорошо видно вот те семена, которые у нас все-таки даже проросли уже хорошо. Вот они. Сильно проращивать проклюнувшиеся семена не надо, потому что они врастают в дисках, неудобно потом оттуда доставать, добывать. Можно повредить вот эти корешки нежные. Ну вот, здесь хорошо видно всю корневую систему. Семечко, как она проросла, очень удобно это все смотреть. Давайте приступим теперь к посадке. Для посадки нам потребуется контейнер высокий, довольно-таки до 20 сантиметров высотой. Если без пикировки баклажаны будем высаживать, уплотняем наш грунт. Очень хорошо. Для меня удобная посадка это все-таки вот в бороздке. Да? Делаем бороздку в уплотненном грунте, так как легко отследить и вообще удобно очень ухаживать за баклажанами, которые посажены вот в бороздке. Далее все это проливаем. Наш грунт, который состав вы видели ранее, обязательно обрабатываем фитоспорином, разведенным за 2 часа. Это важно для всех грунтов, в которые вы сажаете наши растишки. Ну и далее ничего сложного. Раскладываем наши семена в наши бороздки. Расстояние между семенами стараемся соблюдать, если есть возможность, побольше, до 2 сантиметров, чтобы растения наши плотной посадки не было. Баклажаны этого не любят. Разложили, присыпали грунтом. Грунта должно быть над нашими баклажанами сантиметр примерно. Вот я сейчас присыплю, и затем я добавлю грунта. Уплотнить и пролить. Также будут обстоять дела у нас с баклажаном снежный. Замочен был также 9.02 в диске. Относительно посадки баклажан могу сказать следующее. Баклажаны высаживаем для Сибири в те же сроки, что и болгарские перцы. Предыдущее видео посмотрите. До конца февраля мы должны по срокам фактически высадить все баклажаны. Ранние, поздние и средние сорта все. Вот посмотрите, показываю здесь, да, наши семянки. Все почти укоренились. Вот те, которые не укоренились, мы видим, они черные у нас отдельно вот там на диске. Вот это все укоренилось у нас, имеет проклюнувшиеся росточки на 13-14 февраля. Вот сегодня 16, уже некоторые из них переросли, что не очень хорошо. Но дружное проклевывание, что радует. Фактически у нас получается за 4 дня, 4-5 дней проклевываются семена, вот которые мы уже будем высаживать с корешками.
Относительно посадки, также производим посадку бороздки наших семян. Вот, предварительно уплотнив грунт также. Вот я произвела посадку, уплотнила, пролила и обязательно подписала наши контейнеры. Сверху накрыла крышку и поставила прорастать при температуре 20-23 градуса. Давайте подведем итоги. Вот два сорта баклажан я сажала. То есть я их замачивала 9-го, проклюнулись мои семена. Замачивала без обработки, просто в воду, диски. Проклюнулись 13-14, 4-5 дней, да? И посадку произвела 16-го. Проклевывание семян при температуре 20-23 градуса у нас дружное, как вы заметили, на дисках. То есть выпада фактически нет, мало. Мы сразу видели, какие семена у нас не всхожи. Это плюс при замачивании. Ну, теперь ждем всходов. За сколько у нас появятся всходы. И дальше мы с вами все-таки сравним. Закрываем крышкой, и контейнер наш уходит к батарее, опять же, для всходов. Вот так вот происходит нехитрая агротехника посадки замоченных семян баклажан. И давайте дождемся всходов теперь и посмотрим, за какой срок у нас все это получается. И вы выберете для себя удобный сегодня метод. Сегодня у нас 17 февраля. Высаживали мы наши прозамоченные, проклюнувшиеся семена баклажан 16-го. Вот наш контейнер. Высадка 16-го. Сегодня у нас 17-е. Один день прошел. То есть контейнер находился у батареи при температуре 22-23 градуса. Вот великолепно видим показывающиеся петельки. Всходы. Там, где подальше от батареи та сторона стояла, там похуже. Но сам факт, что я могу сделать выводы, что у нас за один день проклюнувшиеся семена фактически выходят. Сейчас самое главное по уходу это у нас подсветка и опрыскивание. Сейчас уже, когда все это выйдет, за ночь, я думаю, это появится полностью 100%. Мы ставим под подсветку, чтобы баклажаны не вытягивались. И опять же сохраняем пока температуру 20 градусов на верхней полке где-то с подсветкой. Какие выводы я могу сделать на данном этапе? Наши баклажаны, замоченные в диске без обработки, просто в воду в диске, проклевываются за 3-4 дня, 5 максимум, дружные дают. Дружное проклевывание дают. И также они у нас выходят за один день. Соответственно, при замачивании наши семена баклажан выходят 6-7 дней. Вот и смотрите, какой способ для вас более будет благоразумным, но и как бы выгодным для вас. Семена, которые мы высаживаем по сухому, мы видели, да, без обработки и без замачивания. В предыдущем видео посмотрите, они выходят чуть позже и не так дружно, хотя условия созданы были одинаковые. Вот, выбирайте предпочтительный метод посадки для вас. Всем всего доброго, спасибо за просмотр. Продолжение следует.